Итак, угловой. Низом. Решили сыграть, и счет открыт. А забивает 17 номер. Ворота АЗС Нур, 17 номер. Также один из новичков 5-го. Снова Далгатов. Отправляет мяч вперед. Абдулаев. И еще один мяч забивает 5-й поселок. Вот такие несогласованные действия защитника с голкипером и Фарман Абдулаев. В атаке 5-й поселок. Передача на Алиханова. Алиханов сам пытался пойти. Мяч потерян. А вот и забрал мяч и забивает еще один ворота АЗС Нур. Ислам Алиханов. Все-таки удар предпочитает Салим Гиреев. И какой гол забивает Гасан Салим Гиреев. Вот так вот, друзья, АЗС Нур. Все-таки проволока немного помешала дойти мячу до Дадаева. Фарман Абдулаев. Удар отличный, мощнейший над перекладиной мяча. Нариман Гасанов уверенно мяч забирает в руки. Абдулаев на ход себе прокидывает. Отличная атака. 2-1. Дадаев с мячом. Дадаев. Ой-ой-ой, какой... Передача налево. И снова потеря. Салим Гиреев на Мусаева. Мусаев с мячом. Мусаев может бить уже с левой. Но вот теперь только удар. Рикошет. Разбегается Дадаев. Бьет и забивает в левый нижний угол. 4-1. 5-й поселок увеличивает счет снова до разгромного. Магомед Мусаев с мячом набирает скорость через центр. Атака проходит у АЗС Нур. Передача налево. Салим Гиреев. Салим Гиреев будет бить. Удар отличный. Гасанов на месте. Активно ведет беседу. Подача Салим Гиреева. Мусаев. Нет, это Руслан Амаров. А вот Магомед Мусаев забивает с левой ноги после розыгрыша с углового. Умаханов угловой подает. Мусаев, какой удар! Еще один! И счет становится 4-3. Посмотрит Рустам Шилаев. Вот здесь перехватывает мяч Умаханов. Исаев. Видно уже, как некоторые игроки 5-го поселка подустали. И удар еще один! Гасанов тащит! Будет. АЗС Нур разыграет. Быстрый розыгрыш. Мусаев. Отдает Кунтагаджиеву внешней. Удар по воротам и мимо. И все. Эта встреча завершена нервной победой 5-го поселка со счетом 4-3.